Магний медленно реагирует с водой при обычной температуре. С повышением температуры взаимодействие усиливается. Зажженный на воздухе, магний продолжает гореть в парах кипящей воды. Образующийся при этом свободный водород загорается при выходе из колбы. Полученный раствор имеет щелочную реакцию. Это обнаруживается с помощью фенолфталеина. Сульфид алюминия может быть получен при непосредственном взаимодействии серы с алюминием. Эта реакция экзотермическая, однако, чтобы вызвать ее начало, применяется запал. В данном случае берут ленту магния. Сульфид алюминия является солью слабого основания и слабой кислоты, поэтому подвергается полному гидролизу. В результате образуется студенистый осадок гидроксида алюминия и газ – сероводород. Сероводород обнаруживается по его реакции с любой растворимой солью свинца-2. Фильтровальная бумага, смоченная нитратом свинца, темнеет в парах сероводорода, так как образуется осадок сульфида свинца. Труднорастворимые гидроксиды образуются в результате взаимодействия растворимой соли со щелочью. Амфотерный гидроксид алюминия получают действием раствора аммиака на соль алюминия. Гидроксид алюминия является хорошим адсорбентом. На его поверхности активно протекает молекулярная адсорбция. Так, например, с помощью гидроксида алюминия можно извлечь из водного раствора краситель ализарин. Фторид водорода образуется при взаимодействии фторида кальция с концентрированной серной кислотой. Стеклянную пластину
покрывают тонким слоем расплавленного парафина. Частично снимают защитный слой парафина. Затем пластину подвергают действию втористого водорода. Стекло, лишенное защитного покрытия, реагирует с торидом водорода. При реакции образуется летучее вещество – тетрафторид кремния. После удаления парафина на стекле отчетливо проступает вытравленный рисунок. Таким способом выполняется гравирование по стеклу и художественная отделка изделий. Одним из немногих растворителей целлюлозы является реактив Швейцера. При растворении в нем целлюлозы или клетчатки образуется вязкий раствор. С помощью 10% соляной кислоты возможно обратное выделение целлюлозы из полученного раствора. Целлюлоза выделяется в виде тонких нитей. Чем тоньше струя выливаемого раствора, тем тоньше получаются нити искусственного шелка. Спустя некоторое время нити обесцвечиваются соляной кислотой. Одним из способов борьбы с дымом является его коагуляция в электрическом поле высокого напряжения. В сосуд с электродами вводится табачный дым. Включение тока высокого напряжения приводит к быстрому исчезновению дыма. Такой способ очистки воздуха находит широкое применение в очистных сооружениях.